Муравейник, да? А, с двух сторон, что ли, сделать? А между ними, да? Теперь землю надо сюда. А, между ними земля будет. Вот она что. Ну, давай, Самир, неси землю. А вот так будет смотреть. Ага. Пошли, дай попробуем. Идем, Самирчик, землю будем сыпать. Сейчас он сам посыпет. Мелкую надо? Давай, Самирчик, мелкую подожди. Давай, вот, мелкую. Такая, что ли, мелкая? Камушки убирай. Засыпай. Давай, засыпаем. Убери руки. Только в стенку не надо. А, в стенку не надо, так внутрь, да? Тогда надо ручками, Самир. Нужно именно мокрый песок. А ты не песок надо, а землю, да, Рамис? Ты держи крышку, Самир, лучше. Держи крышку. Давай, Самир, соломочку, солому неси. Вот эти не пойдут, солома? Опилки? Опилки не пойдут? А? Вон там опилки не пойдут. Вместо соломы травку нашли. Дай папе травку. Пусть папа кладет там с корнями, она может расти будет. Или сохнет, да? Интересно, вы придумали. Вырезали еще гипсоблок. Это самая такая тема, знаешь. Муравейники? Муравейник. А ты муравей же подготовил, Самир? Ферма, говорит, муравейная. Ну вот ферма, да. Прикольно. Они там будут жить, да? Приманим, мне кажется. Да нет, мне кажется, Самир, если этот туда их положим, он через дырку крышку потом закроет, воздух будет ходить. Сейчас горячим клеем заклеишь, да? Ау, сейчас идем. Вот тряпочку принесла, через нее могут дышать. И веревочка. Сверху крышку закроем. Вот мы поклеили клеем, плюс скотчем замотали на всякий случай. Туда положили, значит, землю и траву. Вот, посмотрим, что будет. Тут крышечку сейчас закроем. Ну, вот все твои муравьи туда пошли, Самир, которых ты собирал. Уйди, глаз сейчас... Уйди, сейчас ветром попадет в глаза. Все, вот сейчас будем закрывать. Давай сахар им, что? Кушать, Самир, где им? Неси. Вот так будем закручивать. Классно придумали. И резиночку не надо даже мою, от волос. Так, я открыла крышку, сейчас немножко посыпем туда сахар. Сахар, пусть они покушают. Они любят сладкое. Еще они очень любят мясо. Вот, чтобы они могли дышать, я вот так решила тряпочку положить. И вот так вот закрывать. Все. Вот такой у нас террариум будет. Во, здесь классно видно. Дорожки, как они там, видите? Будут ползать. Муравьиная ферма. Баклажки называется. Вот будем наблюдать через несколько дней, как они у нас тут будут ходить. Как будут у нас они тут размножаться, жить. Мамы, матки нету, но будем смотреть, следить. Будем смотреть в следующий раз в новом видео, как они у нас здесь будут ползать.